Сделала для малышей два выгула. Мелочевка, как спит. Тихо, тихо, тихо. Идите гуляйте, козлята. Вот такой большой выгул сделали для малышей. Давно надо было, ребят, руки не доходили. Ну а сегодня уже просто жалко стало. Ютятся бедные. А они же дети, им бегать надо. Все, 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 малышня. Все, мои красивые, да. Все, мои солнышки, мамины. Что они творят? Сейчас еще, это еще не все. Мы еще не всех перенесли. Кто-то уже в тазике плавает. Так, еще песок вам принесем, да. Вот здесь у нас будет второй выгул для инвалидов. Я хочу сюда всех инвалидиков закинуть. Их много у нас. И пусть они ходят просто по полю. Малыши и инвалиды. А сейчас нам мужчина какой-то привезет бытовку. Не знаю, что за бытовка еще, ребят. Мы ее еще не видели, но даст Бог. Вот такой выгул будет. Сейчас сделаем. Это, ребята, будет второй выгул. Второй. Для инвалидов. И что мы делаем? Вот что мы делаем, а? А там кто висит у меня на рубашке? Что? Я пройти не могу, да? Паркер. Шовчик у нас на лапке. Ничего. Паркер добрый, Витас. Ну что, мои хорошие? Слепые мои приехали. Да, наши слепые. Тарзан. Три наших слепыша. Да, сейчас выгружаемся. Тарзан. Тарзанчик. Амора. Амора. Ты морда такая красивая. Тарзан. Тарзанчик, иди сюда, мой хороший. Иди, мой красавчик. Мамин. Тарзан. Ай, ты зайка моя. Тарзан, привет. А вот здесь лежат Витас и Паркер. Да, ребята? Витас, Витас, зайка моя. Лапки у нас, видите, какие? Это наша, у которой пули в голове. Вот она головку на бок держит. Да? Наши инвалиды. Здесь еще не все, ребята. Найдочка, моя девочка, ты боишься? Не бойся, солнышко, я не подойду. У нее лапка была сломана.
Ну что, мои хорошие? Ребята, нам нужна сетка, чтобы была хотя бы какая-то тень. Нам очень-очень нужна вот такая сетка. Здесь натягиваем, там как раз тень на пол приюта, на пол вольера. Ребята, мне нужна ваша помощь, пожалуйста. Я вас очень прошу. У нас проблема. То дожди, да. Сначала дожди, потоп, а теперь, ребята, у нас проблема пекла. Теперь у нас пекло, и надо срочно. Опять дождь. Ну что же это такое, а? Ребята, нам нужны сетки, чтобы закрыться от солнца. Ребята, я уже заикаюсь. Нам нужны очень сетки. Люди, посмотрите, пожалуйста, на них. Они ведь живые. Они просто хотят есть и хотят жить. Так же, как и мы с вами. И то, что они рождены, это наша с вами вина. Это мы допустили рождение вот этих зверят. Наши законы, которые не работают. Наши безответственные хозяева, которые не хотят стерилизовать своих животных. А в результате приюты переполнены живыми, чувствующими. Ребята, такими же чувствующими, как и мы с вами, существами. Это собаки. И скажите, имеем ли мы с вами право вот так проходить мимо?